это здание построено, в нем сейчас не находимся. Только в 46-м году снесли церковь и сделали четвертый этаж. Так как после эвакуации приехало, много 900 человек приехало уже. Это вот зал, когда мы ходим с лестницы, где мы спали, когда у ректора стоит этот бюст. Ну, это первый директор, как церковь выглядела. Это все преподаватели, штатские советники. Все формы специально все. И вот такие детки обучались, все готовили специалистов по холодной горячей обработке. 42 училища существовало, было выпущено 1500 высококвалифицированных слесарей, механиков, ученых подмастерей. Вот отсюда начинался военный. Вот как были оборудованы, у меня с 1930 года сохранился альбом, как были оборудованы классы, очень было хорошо оборудовано технически, потому что к Реальмеху было присоединено военно-механическое отделение политеха и военно-промышленное отделение Академии Дзержинского. Так был очень хорошо оборудован, здесь были специальные классы, здесь приводическая обработка, холодная горячая обработка. Вот отсюда пошли наши специалисты, почему мы ходим в портретную галерею, мы их всех почти видим. Я сейчас говорю студентам, кто из вас такой портрет заслужит, чтобы поступить и закончить войну, с чего можно добиться. Ну, конечно, давно этот музей был сделан по 50-летию, в 82-м году, военное время представлено. Самый первый, самый главный артиллерист, Макеланце, царский офицер, закончил. Он перешел на столько молодой республики, перешел золотой саблей. Но это самый-самый главный. Ну, конечно, одна коммунистическая партия, это сама. Все задачи выполнялись тогда благодаря этим патриотам. Ну и наши артиллеристы. Бурганрау, Чатников, Пирамов. Грабы он не наш, но когда делали все это оружие, вот их награждают здесь вместе вот за Красной Звезды, он тоже считается не наш выпускник, но все оружие, которое делается, и учились. Вот сколько китайцев получили на получили образование. Я даже бывший наш ректор ездил, читал, когда строили Неслой университет, они такую сделали общую фотографию. Куртки, строительные отряды, третий семестр, когда учились. И это были направлены специально направленные сюда студенты, чтобы все приезжали, чтобы вот приблизить молодежь городскую, чтобы городу сельскую молодежь. Ну, конечно, в 1946 году, когда перешли на новое вооружение ракетно-ядерное, мы выставили брата Уткина, Николая Алексея Владимировна. Николай проектом по науке был, Алексей пусковые установки, Владимир ракеты. Идет поезд. Мы видим, он идет, да, поднимается, это ракета «Скальпель». Это ракета 21 века, знаменитая, но по программе «Трое» теперь, да, мы все надеемся, что... В железнодорожном музее стоит. Ну, стоит, да, да, да. И когда из жизни в 14 году ушел Алексей Федорович Алексеевич, ну как же можно было так это все уничтожить? Да, прикопано на запасных путях. Надо поставим, поведем. Но прикопаны, конечно, на технической документации, конечно. Но сам Дмитрий участил его парады. Сизек, про который я говорю, нет, мы в химчистку отдавали, он говорит, ничего. Корабль не наш, Дмитрий Хаучистин относится такой. Но оборудование здесь начиненное, все наших вот сотрудников знаменитых. Вот так мы сделали выставку в 50-летию. Простите. Это ученые, основоположники научных направлений. Каждый из них знаменитый. Вот Семен Моисеевич Баранов, он закрыл, мы еще стали. У нас так и есть, кто больше человек не добавил. И каждый из них имеет свою научную школу. У меня специально для студентов подобраны такие характеристики. Что из себя представляет? Очень топанью Борис Николаевич. Баллистик все. Войну пробыл здесь, написал книги по баллистике. Они сейчас у нас, вот он читает лекции. У него отец и прадед были священнослужители. Один из выпускников, где он не взял. Говорю, как сам, что он не забыл. Борис Николаевич, будучи, как он здесь зачем?
не знаю. Значит, надо знать взаимоотношения. Но через месяц я говорю, я вам отвечу на любой вопрос. А вот вид зачем, не знаю. Он говорит, пойдем, не знаю, зачет хочет. Очень любит студенты. Ну, конечно, вам, да, по службе не забыть. Литвина Чертинова, как он учился, что надо сдать, чтобы да, это надо и общий научный цикл, и технический цикл, и военный цикл, специальный цикл. Все везде отлично, у студентов это не надо. Вообще, это по баллистике-то. У Дмитрия была тройка, но приходится учиться, да. Не имея высшего военного звания, он имел высшее, не имея образования, он имел высшее военное звание маршал. Ну, и по баллистике тройки. Он же не баллист, он другой специалист, но знаменит. Вот весь его послужной список, весь его, все его награды, это нам всем как-то настало. Вот что если представлять лично всем, конечно, не так. Одни люди на 100 лет рождаются один. Он часто был в институте, встречался здесь. И в 46-м году по его настоянию впервые в стране была открыта кафедра в России, и у нас в институте кафедра ракетостроения. Мы ее отпраздновали 70-летие. Знаменитая кафедра, интересная кафедра. Ее очень любят и студенты, и учиться здесь, и хорошо, и престижно. Да, востребованы. Да, востребованы. Ну, это каждый факультет делал к 70-летию. Это вот взрыватели. Ну, Дролтовский знаменитый жеватель, он такой Окунев, это все знаменитые, очень любят студенты, приходят, смотрят, задают вопросы, готовят работы по заданию, им дают, они приходят, там материалы, трудятся и картина есть у нас такая, Ленин и ученый, ну, это 32 года, он осуждает прибор летательный. А вот в блокноте, ну это Микеладзе, сам первый террорист, который отдал всю свою жизнь научную деятельность, вот был Мехов, был проект по научной работе, очень общественный человек. Была очень развита спортивная деятельность, очень, особенно гребля, принимали, занимали места, и когда же тоже были олимпиады, занимали, особенно футбол, баскетбол. И сейчас тоже, сейчас работают. И художественная самодеятельность, когда они проводили здесь смотр художественного языка, они первые персонажи, которые учились, там мальчики, девочек не было, поэтому здесь было на план желающих. У нас очень много, у нас Кутесов был, у нас Райкин был. В общем, очень любили ходить сюда. И сейчас такие концерты устраивают. Коллеги, все. Первый оператор туда переходит.